Итак, кто вчера прошел тест на время, большой молодец. Сегодня мы разберем ваши ошибки. Многие написали «сабах сакис саат». Но когда мы ставим слово «саат» после числа 8, после цифры, и у нас получается, что это продолжительность времени, то есть на протяжении 8 часов. А мы хотим сказать точное время – 8 утра. Соответственно, нужно сказать «сабах саат сакис». Вторая ошибка, когда забыли сказать «в 12.30». Сказали просто 12.30 большинство, а нужно «в», и «в» – это у нас местный падеж. «Саат он ки бучукта». И третья ошибка. Очень многие сказали, что 12.30 – это «он и ки ярым». Ярым – да, это половина, но к часам она подходит только в одном случае, когда мы говорим, что это пол первого. И чаще всего это пол первого ночи. «Саат ярым». Но мы не можем это слово добавить к числу. Поэтому, чтобы нам сказать 12.30, мы еще можем сказать «саат он и ки отус» или «саат он и ки бучук». Но слово «ярым» мы здесь не используем. На следующей неделе вы узнаете, как же говорить часы с минутами. И для этого повторите винительный падеж и направительный. И не забудьте поставить лайк этому видео.